Друзья, всем большой привет! Это Матч Дэй, предпоследняя серия и последняя домашняя обрезка из «Динамо» принимает Витебск. Меня зовут Николай Ходосевич. Мы начинаем! Все, спасибо большое. Если вы помните, две недели назад мы с Артемом заходили на чемпионский матч в Минске против Изнаси и прогорели. Теперь возвращаем долги. Первая серия из заготовок представления и разговор с Евгением Кучериди, новичком брестского «Динамо». Ну, уже успело сложиться какое-то впечатление о городе? Для меня он уютный. То есть я сам с такого городка небольшого, в Украине, Мелитополь есть городок. Чем-то он похож, только он чуть больше. Так что город чистенький, зеленый. Что касается вот тренировочного процесса, понятно, что уже со всеми познакомился. Как ребята, как вообще приняли в коллективе? Приняли хорошо. Я тут ребят знал. Ребята из Украины, и Саня Наёк, и Хабленко, и Тёма. С Тёмой ещё играл вместе. И в сборной, и в «Динамо». Коллектив вообще, видно, сразу дружный. И хороший коллектив, хорошая атмосфера. И мне нравится тренировочный процесс, такой необычный, но интересный. С Марцелом нашли общий язык сразу? Ну да, мы с ним поговорили, перекинулись пару слов. То есть он, в принципе, я вместе равно, я начинаю, в принципе, мой контракт с 1 января. Так, говорит, спокойненько, говорит, набирай по чуть. Я говорю, все, понял. То есть в таком плане. Приятный человек, то есть видно, что ребята к нему очень хорошо. И в общем, к тренерскому штабу хорошо, то есть. И не зря же на первом месте они идут. Ну да, первое место есть. То было такое, что на улицах узнавали, просили автограф? Да, было там. Пару людей подходило. Ну, в принципе, так. Ну, я думаю, что и эти люди, и мы все ожидаем твоего скорейшего дебюта. Дай бог, если будет нормально. Будут сборы, в принципе, длинные. Все там будем набирать форму. После длинного отпуска будут длинные сборы. Для этого сборы нужны, чтобы набрать форму и готовиться к сезону. Спасибо большое, Жень, спасибо за это. Конечно. А теперь вторая серия, то, что мы откладывали на конец сезона. Вы все, конечно, знаете, кто такой Вася Пешеход. Мы с ним встретились, поговорили и спросили, не собирается ли он на матч последнего тура в Минск. Наверное, самый известный фанат «Динамо» Брест, Вася Пешеход в матч Д. Вась, я тебя видел на секторе в Германии, в Мюнхен-Гладбахе. Ты потом в Черногорию поехал? И потом нет, сразу там еще путешествовали немножко по Европе, и потом уже вернулись в Беларусь. Ну, результат сборной немного опечалил, да? Наверное, хочется, чтобы матч против Витебска по-другому закончился, не так, как националка играла. В этом плане, да, но я думаю, национальная сборная отдала свои силы на поле против такого сильного соперника, как сборная Германии. Слушай, вот вообще длинный сезон, он подходит к своему завершению для футбольного клуба «Динамо» Брест. Для команды это 100 пудов лучший сезон в истории. А что скажешь про фанатское движение? Вот мы сейчас вдоль восточной трибуны идем. Как вообще она заполняется? Как ты чувствуешь? Растем? Растем, конечно, только в лучшую сторону. На все 100% топ. Все знают, что это топ-движ. И на сегодняшний день... Поколение есть молодое, есть постарше, есть даже те люди, которые возвращаются с диванных мест, скажем так, возвращаются и именно идут на фан-сектор, поддерживать стоя все 90 минут. Ну, а что касается перформансов, да, еще одна такая характеристика, по которой можно обычно следить за силой движения, как здесь обстоит дело? В плане перформанса, конечно, есть небольшие затруднения, вот, конечно, в плане того, что именно место, где готовить это, потому что сейчас это холода, сейчас немножко сложнее ребятам, насколько я как бы понимаю. Не знаю. Вот. А так вообще ребята стараются, несмотря на все трудности, именно на местоположение, где рисовать это все, они добиваются лучших результатов. И потом оценивают их вся страна как первые и лучшие. Вот, спасибо большое. Калину привет. Видишь, вот Калину привет, подарочки дарят. Я знаю, что ты в этом году
не так часто ходишь на игры, как делал это раньше, да? Вообще, у тебя были случаи в этом сезоне, чтобы ты посещал пешком какой-то матч? И пешком нет ни разу в этом году. И тоже я слышал, опять-таки, что на последний тур, вне зависимости от результата сегодняшней игры, ты собирался, по крайней мере. Собирался, по крайней мере, но видишь, как здоровье подводит, температура 38. Тут на домашний матч сил еле хватило быть. Ну, блин, да, погода, конечно, минус. Вообще мороз влияет, конечно, на посещаемость. Но сегодня опять полная трибуна, опять негде яблоко будет упасть. Это круто же. Это да, это супер. Это мечта каждого брестского болельщика. Вне зависимости на то, что погода, дождь или снег. Хотя, несмотря даже если брать 5-7 лет назад, заполнялось было минимально, там, на 1500-2000, но ребята приходили и поддерживали стоя свою команду, несмотря на что. Ну что, вот на этой позитивной ноте перемещаемся на стадион и наблюдаем за тем, что происходит на Брестском до начала поединка. И до начала матча есть еще время. Мы столько гуляли в этом году по зоне гостеприимства. Вы все очень крутые ребят, которые приходите заранее, отдыхаете здесь. Мы отправляемся, посмотрим, что было перед этим домашним матчем там. Погнали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Было над чем поработать. Давайте поаплодируем. Молодец, здорово, давай пикерим. Только победа и только чемпионство. Привет, Саня. Зайка. У тебя голова не мерзнет? Нет. А вот у меня мерзнет все. Даже в шапке? Даже в шапке, слушай. Слушай, ну это предпоследний тур, это ноябрь, еще не самая ужасная погода, которую можно себе было представить. До матча остается всего ничего. Матч, который должен стать чемпионским. Вторая попытка наш, второй заход на то, чтобы Брестская «Динамо» отпраздновала чемпионство. Поэтому тебе что добавить к этому? Абсолютно ничего. Тут все, по-моему, очевидно и понятно. Поэтому. Тем более, что когда выйдет ролик, зрители уже будут знать. Да, поэтому голов в первом тайме, чтобы было все спокойно в перерыве и вообще по ходу матча. Удачи и грейся, грейся там, прыгай, скачи, делай что-нибудь. Спортивный. Ликуй, ликуй в конце вот концов. Ликовать хотелось бы почаще сегодня, да. Все, погнали. Ba-ba-ba-ba.
Шевченко, Милевский. Очень плотно против него, но Милевский классную передачу на Бердзичука вне игры. Милевский получает мяч после вбрасывания в штрафной. Кабленко в сегменте против двоих соперников. Дуарте пробивается от скока. 16 минут уже сыграли. Витебск максимально закрыт. Команда действует очень узко, очень плотно в обороне. Там эшелонир. Вот знаете, то, что называется, выставили автобус, припарковали. И, конечно, преодолевать такое сопротивление очень сложно. Дуарте, Милевский. Мягкая передача! И можно забивать! Есть! 1-0! 1-0! Гол защита! Алексей Кабленко! Немножко, но все-таки приближает к цели. 2019. Ребят, я вас всех поздравляю. Это было очень круто. Погнали на поле за эмоциями. Да!